Я понял. Сразу горите, если надо. Но он тебе нужен или ты распылить хочешь? Я распылю. Не, дай мне то, если что, один. Это кто? А, давай по делу. Так. Ну у тебя 232 с критом, я сомневаюсь, что он тебе нужен. Кинжал 219. Нахуя он тебе? Звездочка и кружок в первую очередь должны умереть. Начинаем со звездочки. Шадоу, ты где? Верим. Если есть тайфун, косты дерьмонтика можно сбить. Диспель, холипал, это говно сморали сразу. Не стойте просто так, диспельте. Диспель, и с меня диспель. Это параша уешит. Шадоу. Шадоу, ты в дисе? Я же говорю, хэпал, диспель, что ты вала ебешь? Ты понимаешь, что это хуйня уешит? Да я так-то еще и хилил. Да ебать. Ты понимаешь, что ты не диспелил, умер человек. А диспель тоже. Диспелишь? Если бы ты сдиспелил, он бы не умер. Че ты хилишь сейчас? Фуловый рейд стоит. Мораль диспель. Видишь, какой дамаг, блять, от этой хуйни? Давай быстренько, прожал диспел. Появилась хуйня, сразу прожал. Вот, прожал. Видишь, как заебись, все живые. А лок сдох, потому что ты хуй забил на него. И будешь заебись ходить в рейды, и будет все охуенно. Если хуета вешается это, она не просто так вешается, она не для красоты вот эта хуйня. Она у тебя должна отображаться. Хилботом ты хилишь или чем там. Ее надо диспелить. Могу я диспелить? Ну давайте тогда без меня бить будем. Я буду стоять диспелить. У тебя фуловый рейд. Смотри, обращаю внимание. Че, одного баня, одного убиваем? Да, как обычно. У мага Инет вылетело, говорит, блядь. Надеюсь, он зайдет. Это будет не весело, блядь. Словил КД на одного босса, теперь сегодня что ли одного босса будем есть, что ли, блядь? Вообще не интересно, блядь. Из руны, молодец. Мы дальше хэма не будем делать вообще, да? Кто это говорит? Маг. Ну как ты думаешь сам? Думаю, нет. Посмотрим, что на ходере будет. На ходере еще можно вайпнуть. Там дуновения есть такие. Там, блядь, я ебу надо хилить. Я на крополях хэпалом шел, когда со служу. Служу, уйдите с места на полу. Уйдите, уйдите. Со срезом хилил, хэпалом. Вот можно стан дать. Или притяжку. Да, я посмотрю, как изи. Там дуновение 20 секунд рейд дамажит. И дамажит нихуево. Сейчас этого слева большого убьем. Да, блять. Печально все с льдой. Ну тут просто дело в персонажах. Когда вот, если ты начинаешь играть классом, который ты не знаешь, или он у тебя недособран, это видно сразу. Когда ты вот не те способности нажимаешь, прохил видели какой был? Потом получше немножко стал, но все равно не везем. Поманивайся. МКРЛ. Не знаю, кто это. Что за лок МКРЛ? Собрание будем убивать, нет? Ну да.
что-то не понимаю, маг куда делся, блядь. Говорит, элита нету. Просто, когда хэмы не идут, люди сразу думают, о, там, блядь, да мне тут нихуя не надо. Ну, если нихуя не надо, просто разойдемся и будем ждать охуенных персонажей, охуенных релов там и так далее. Хэпалов, рэшамов, которые вдвоем или в одного даже, говорят, захиливают роботов, блядь, хэм. Кидай этот, любовь одного. Ну, реально позащила вообще все хуёво чего. Ну. Я даже с ГГВП ходил. Вот просто видео есть, чтобы понимать, что там происходило. Вот мы пришли на робота. И там хил, короче, хэпал. И он, короче, танчит. Ну вот, взять меня хэпала и его хэпала, ну, небо и земля. Немножко послабее хилит, немножко реакция не та. Но я получше хилит. И он, короче, хилит с ДЦ. Вы представляете себе с ДЦ, блядь. Вы сразу думаете, о, хау, там, блядь, щитки, там, блядь, все захиливается. Нихуя. Там ДЦ слабо одет был, 213 шмот. И они не захиливали робота. Я спекнулся в дерево, и мы еле-еле его захилили, ХМ сделали. Потом мы пришли на пожарника, блядь, и сделали пожарника с двумя этими хилами, которые робота не захилили. Понимаете, блядь? Я не знаю, как это комментировать. Ну, видишь, у робота главная позиционка, а тут, а где, блядь, пистой, все руки пизды получают. А тут огромный... А что там, Арцайл, кстати, не пришел? А хуй знает. Уже должен подойти. Почекайте, там и док должен прийти, я расставил. Макарел, это док, что ли? А, Телдин. Видите, блядь, если рейд собрался не сильный, все, люди сразу, ой, да я не пойду, блядь. Думают, нахуй надо. Ну, они хотят, чтобы этих клинов протащили этими, блядь, топами. Ну, так и хотят. Ну, тут как бы Эладу мы позвали чисто, ну, к нему никаких претензий нет. Нечаянно он играет с собой, блядь. Чтобы они отыгрывали за эрдру хорошо, это надо и собраться хорошо сделать. Вот, допустим, блядь, спек сейчас не вижу. Хотя бы давай Эладу глянем. Вот в первой ветке Эладу, смотри, есть талант, вот такой вот талант. Вот когда у тебя критует вся параша, у тебя 100% на 3 секунды спрокует хаста 20%. Это значит, ты ВКД у тебя быстрее. Это значит, ты вообще охуенный становишься сразу. Измирного духа там немножко убирается. Вот эта хуета убирается, потому что ты не играешь через покров. Ну, блять, через покров целительно не играешь ты. Ты играешь омоложение, буйный рост. Жизнь и свет. Все, чем играет. Он фул контент играет. ДТ5, наверное, играет этой хуйней. Омоложение, буйный рост, жизнь и свет. Покрытие хуярит, когда уже буйный рост в КД и быстрое восстановление, когда ты уже обсираешься, не можешь захилить. Все, пиздец. Вот этот талант тебе 20% хосты дает. С крита любой твоей ходки. Они критуют у тебя, ты омоложение нахуярил. Одна кританула, все, повешался баб. Перекачай потом. Ну, нечаянно то же самое. Шмот. У того метасокета, по-моему, нету. А, у хэпала нету. Дух. Шею с духом надо за 475 ОД. Плечи. Персажи готовить. Персажи готовить. Не просто так пришел там, блядь. Ждем. Да я вот хуй знаю, ну а чё делать ещё? Сейчас буду звонить, выяснять, чистить трэш тогда, раз токенами идём. Ну хули, заебись. Я вот честно вам скажу, блядь, я релил в... Здорово всем. Здорово. В гильдии, когда гильдия топовая, вот, ну взять этот, том, циркуль, блядь. Просто гильдия топовая, там, блядь... Дрочили, конечно, РС и ЦЛК 7 дней в неделю, блядь, каждый день. Что за гильдия? Dark Stars, адепты. И этот. Я привык, что вот у меня гильдия, у меня люди приходят. Пугов у нас никогда не было. У меня пуги были, я любил пугов собирать, вот когда 25-ки обычки собирали. Мы 20 человек с гильдии беру, ну там желающие там цветков одеть, и 5 пугов. Я захожу туда, сразу начинаю этих пугов. Если кто-то что-то не сделал, хуй сосить там, да, долбоёб там, блядь, сними берсу там, блядь. Хант берсу не снимает, блядь, пук.
в РК сидим, блядь, на этой, с авиане, блядь. Сука, говорю, сейчас подождите. Мне говорят, кикай его, нахуй. Я говорю, подождите, сейчас он КД словит, и я его, нахуй, тогда кикну с КД, нахуй. И он это слышит, нахуй, да. И ливает с рейда, блядь. С тигрульчиком ходил? С кем? С тигрульчиком. Ой, я не помню такой ник. А он с пугами собирал постоянно РСХМ. Забирал, ну вот видишь, там, в том-то и дело. В том-то и дело. РЛы, они двух видов есть. Я вот гильдейский. Водить гильдию, это заебись. Потому что там люди объединены хотя бы чем-то. Они там, блядь, можно сказать, а вот этот вот долбоёб в рейде нихуя не делает там. А вот этот вот винг хуёвый, он не сможет нихуя. Я вот уже вижу, мы втроём не смогли. То есть вы втроём не смогли. Мы вчера втроём не смогли. Там было... Был этот... Кто там был, блядь? Хэпала там не было, там был Эршам и два хэприста, блять. Вас представляете сетап, блять. Эршам в одного не захилит, это первое. Второе, хэпристы, они сядут по мане. Сейчас не такие цифры МП5 и не такие цифры духа, такие цифры, чтобы... Дох на тынке сидит. Дох на тынке, давай спросим, он пойдет, нет? Где он там, блять? Он док. И он уходит, написал. Заебись. Сюда. Арстайл уходит, дох приходит. И вот такая хуйня получается. Просто ульда, ну она не нужна никому. Десятка, по сути. Ну, вот мне нужна, как бы вам там некоторых нужна, чтобы Т8 выбить, у кого Т8 нету. У меня вот один кусок есть, мне, блядь, отдали чудом каким-то. Сейчас ситуация такая. Люди хотят вот бичевским персом, вот у меня откровенно прист. Ну, еле-еле 25-ку тянет. То есть еле-еле. Я на дне должен быть по ДПС. А люди, которые 218 одеты, они меньше меня еще дают, блять, я 208. По сути. По-нормальному, если бы все, кто 18, давали больше. Профы там или випки, или что это, что-то по чуть-чуть влияет, конечно. И люди думают, что вот у них 210, и все, и они должны завагониться там, 25-ку прийти и хм делать. Нихуя. Это все, блять. Все скалируется потихоньку. И спек, блять, и опыт игры, и вот эта вся хуйня. И кто лагает, не лагает, там это все, блять, складывается. Если человек тактику не знает, тут, блядь, вчера мы сидели на йоге плюс один. Мы вайпались, блять. Мы оставляли ему 100 тысяч хп, блять. Ебучему этому, блять, йогу. Торим добивает бессмертных мобов, я танчил БДКшка. Короче, работы. На сети хз сколько по времени зайду, как только, как сразу, надеюсь, быстро поиграл, бляха, маг пишет, все обосрались, блять. Кто-то Марстайл, да, должен прийти, где-то он, пацаны, а? Смотрели способности у персов? Да, смотрели у классов, у рас. Мне дед нравится, но... мне вообще на всех похуй. Понял. Ну, типа, изменили, да? Нет, ну типа, там написано реворк, а когда будет, я так и не понял, типа, кто знает, когда будет, я не знаю. Ну вообще, в ульпиру обделили, это капец. Это в ульпиру похуй, ну еще ушастый. Ушастый. Я не знаю, сейчас какой ульпир. А, они же сказали, он тебе такой останется, да, по-моему? Ну, там написано. Да. А молодые тренинку не починили, что там эфирский говорит. Ну то есть нормальный сейв эфирских бафов расовых, это то, что 2%, а то можно менять. Типа магический или физический. Все. Ну и зыбучие пески, которые в принципе можно не как ПВП этот прожимку ди. А ПВЕ прожимки нет. Другим расам ПВЕ прожимки добавляют. Бля, я даже не знаю, что делать, ребята, блядь. Я вот такую залупу не люблю ролить, блядь. Хуй пойми, что получилось. Думал, срез будет. Срез с трубами ушел. Надо было просто переносить на сорочение. Все, всё, наверное, переносил. А чего вы там мутите, пацаны? Да тут десятка ульда среза. Вот. И получается... Этот, кто он? Хэпала нету. Ну, я ушел в ГГВП Хэпала. У меня прист остался. Я Хэпалом словил КД, блядь, в ГГВП там, блядь.
до йога. И этот. Идем, короче. Ну, зуд-то пошел, хэпал. А он слабенький. Я его в рейдах не видел вообще. Ну, как бы Владимир посильнее его. А нечаянно, блядь, он с собой постоянно играет. Спекнулся. Столовка, ты тут занята за мага? А, есть маг? Кто? За мага залетать. Ну, я могу. Ну, говорю, залетай. Можешь? А, да? Ну, пошли. Тут убит, короче, первый босс, робот. И что еще? Да, это не важно. Все. Типа, мы стоим, блядь, вала, идем нахуй. А кто еще охнулся? Что-то не понял. Ой, блядь. Ой, плюс один. Я этот баг какой-то, блядь. Где-то. Я навожу на мага, а кикается этот нечаянно. Я повышаю показатель ловкости всех членов группы на 2%. Уж вор я, блядь. О, блядь, я вообще на X2 сижу, пацаны. Что за прикол? Нахуя тебе X2? Выбирай сервер X4. Нормальные пацаны там играют. Да, да, да. Ты на X2? Зарядил на днях, ну. Как понять, зарядил? Т5, что ли? Ну как, перенес с X3. Он 256 сейчас. Профа надо сейчас качнуть быстренько. И можно нахуя? Ты разносить. На X2 играть собрался? Ну, я тебе знаешь, что скажу. По статистике всех серверов, да? Сирусов, рано или поздно X4 объединят. Да ну нахуй, ты угораешь? А я тебе, а чё нет, а почему нет? Ну, потому что тут категории нету. Как они будут объединять? Ну, вот тебе там знаю, первая, тебе быть. Вторая, там нахуй, как они скажут? Ну, да, кстати, ты тут, да, в этом плане прав, но... Ну, я сомневаюсь, мне кажется... Скорее нахуй Realm без категории еще один откроют, либо Realm подобный X2 с бурями да, откроют. Да, кстати, как вариант. Да, тоже. Да, а потом будут сливать, типа, вот откроют, допустим, о, там Алгалон, не, ну не Алгалон, там Йокс Арон X5, нахуй, и потом уже будут объединять с нашим X4. Либо откроют, да, там, кстати, как вероятность. Да, Сирус 1.5, там, нахуй, с брюлями, там, блядь, еще с какой-нибудь хуйней, нахуй, и с X2 будет. Сирус тупо полторушка, да? Ну, блядь. Ну? Ставьте шкаф, сумоним мага, да. Ебашим. Так, о, все, шмотки нахуй определяет, блядь. Мне вообще за водой надо сбегать, ну, блядь. Да тут какая вода, ты же крафтить умеешь. Сейчас давай по делу столик поставить, да. Возьмешь. Точно, блядь. Заебись идея. Так, сейчас секундочку, релок сделаю. Так, ПВЕ, да, шмотки у меня ПВЕ. Шмотки у меня ПВЕ, нахуй. Так, на присутствие. Все тут? Я релогаюсь. Давай, релогуйся. Сейчас он релогнется уже. Так, успел бахнуть. И все, и заебашим эту всю хуйню. Надеюсь, блядь, Т8 хоть пацаны какие-то повыбивают, блядь. Все. Релогнулся? Все, изи, я тут... Мне... Да. Все, проверка на пул. Значит, хуяришь так. Это в троих ЛПшки танчил, да, в одного? Мораль. Просто одного, второго, третьего. Хант и Рога напуливайте массой все три хуйни на мораль. Первого большого убиваем. Диспелить будет. Я диспелить буду с него. На первый панцирь прожмешь за энергетический удар, на второй диспель. Вы готовы, ребята? Прием, мораль, ты тут? Готовы, блядь? Не слышно. Да. Ну поехали тогда. Давай. Смотрите, не сорвите ничего, первого большого бьем. Лужа по яйца сразу отводишь. Ни милики, нихуя тебя не беспокоит, тут РДД рейд. Большого объем проще станет по захилу, он навешит просто. Энергетический панцирь. Отлично. Ждем лужу. Она под тремя боссами будет сразу. Прям далеко в воде, иначе тебя захуярит. Встаем в лужу и башим.
заберем. Все, большого, давайте, сейчас мы его разберем нахуй. Разбираем. Потом среднего будем ебашить. Среднего выбираем и ебашим. Как он кинет синюю лужу, следующую, появится зеленая. И башим пока его. Сильнее по танку захил. Сейчас АУЕ про этой хуйни нету. Сильнее по танку. Давайте. Хилы. Не проебите его. Вот, синюю кидает. Рейндж набираем. В эту синюю не идем, в новую. Не идем. Сейчас зеленая сначала. Вот. И идем в эту новую синюю. И башим этого среднего пидора. Просто за всю хуйню нахуй. Давай. Раскастовываемся. Блять. Отбегаем, отбегаем. 30 метров от мелкого. 30 метров. Отлично, двое не успели. Значит, этот... Эллада, Реса и Зута. Эллада, Зута, Реса. Нечаянно уже резнул. Остался один моб. Давай быстрее, 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 Зута. Клятву сразу прожимай, бафы на себя всю хуйню. Печать, всю парашу. Нате вам пристабав. Когда этот пидор взлетит, сразу нажимаем все свои прожимки. Кожу, всю хуйню. И убегаем. Друиды в формах бега убегаем, там, блядь, в котах, там, спринты прожимаем. Все остальные все прожимочки. Маги глыбу, нахуй, если видите, вас молния бьет. Смотрите, старайтесь не сдохнуть. Все, сейчас этого пидора уже захуярим. Там чем больше вас рядом будет, тем больше дамага будете получать. Рассасываемся. Перегрузка что просто бежать на 30 метров. 30 метров. И все, и он взлетает сразу. Просто бегаем от этого пидора. Кто-то один может сдохнет, но ничего страшного. Садится он в центре будет. Сейчас вот он уже в центр подходит. И садится. Е-бой. Как и каждый раз после вот этой хуйни он агрос скидывает в ноль. И заново набирается оно. Все, заебись, красавчики, и зиму дотянем. Лес эти мага. Блять, а я глыбу, пацаны, потерял, ничего. Крит, меткость, слат и мораль не надо тебе? Не, у меня 26. Так, кожа, крит, скорость, ноги. О. Тоже не надо никому. Параша ебана. Пошли. Не туда, вон туда. Я тут еще на успех. Давай по делу, дай МК, по-братски, братски. На какой успех? Там же этот, на кота что ли? На танк? Это параша не идет. Параша. Там Т7 берется. Т7 там берется. Эта параша тебе не нужна. Ну тупо не нужна эта шмотка, ты ее выкинешь. Все. Ремонтников. Пацаны, 208 фаермаг. А, уже не 208. 211. Ну вот тебе надо мага награли, блядь. На расслабоне. Блять, я им настолько редко захожу, что я аж забыл, где у меня глыба, нахуй. Пиздец, блядь. Это, наверное, с ПБ спек у нас без МК будешь. Кого-кого? Без МК будешь, наверное, с ПБ спек. Не спекайся, ты что, дядя? Я критов даю тебе, блядь, я тебе отвечаю на. У меня что не плюха, то крит. Ну это не точно. О, видал, нахуй, двойной, блядь. Тыщ, полетели. Мне башка болит. Ну,
Аккуратненько идем, только не спульте. У меня башка болит, я в 5 утра пришел. Вот это да, оно. Я медкомиссию сегодня проходил, заебался, блядь. Спать хочу, пиздец. Но... Офайте меня, наря, пожалуйста. Да еба. Смотри. Вылез, да? Туловище, когда хватает, руку играем в эту. Звездочку поставил, она хватает. Рыбу сзади поставил. Сзади рыба. Я не понял, а че, мы босса без интеллекта били? Наверное. Эта хуйня у меня постоянно скидывается, блять. Как пофиксить, хуй знает. Другой ДБМ искать надо. Это, пацаны, перекур хотите после Калагарна? О, только ставь минут 10, потому что я за водой в магазин побегу. Молодец, не хочет, остальные что? Да ты голосование сделай, готовность. Все, кто да, да, все, кто нет, нет, но. Да в пизду это ваше голосование, хэпал тут. Давайте уже пиздить этого пидора рукастого. Хэпал. Готов, да? Давай, это, зайдите за линию, чтобы вас там дверью не прищемило. Через руку будем бить или через что? Тело, когда хватает руку, освобождаем. И дальше тело. Если вылезут мобы, значит надо миликом отойти всем, мобы будут на танке на морали. Под пузом. Пуляй. Ты куда ожог покидай, я не буду ожог кидать. Так, скоро схватит, готовимся, бьем руку, ебаную. Бьем, пока кулачка не исчезнет нечаянно. Быстрее, подбиваем. Все, бьем туловище дальше. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Руку. Пиздим. Все руку главное пиздим, потому что освободить надо челика. Одна ебаный. Ты тело дальше. Без роги бьем. ВР нет. Так. Давай. Покажи мне силу своего взгляда, блядь. Блядь, ну тут получается красавчик, а я не одно. Ну да, блядь, блядь. Готовимся, сейчас схватит кого-то он. Пидор. Глаз беги, взгляд. Пиздим руку. Быстрее. Роги нету, сейчас вдвойне сильнее руку хуярим. Быстрее в руку кастуем. Это выкинуло, все, тело бьем. Так, но до БР там 3 минуты, нахуй, это пиздец. Побежал. Да не надо БР, хуй. Давай, буйный рост. Ну это понятно. Добить должен. Так, что у него там, 30-ка? Руку быстренько. Освобождаем рогу. Роги нет, он ДПС хороший дает. Быстрее освобождаем его, подхиливаем в руке. Глаз побежал. Бегай, просто буйник кидай. Все, это тело. Тело хуярим. Так, ну и все. Переключайтесь все в руку, в звезду. Full DPS. И просто добиваем его. И он умрет сразу. Кинул щиток на себя. И он сразу сейчас все. Ресаем мага, но он спит, да? Нон-спид. Правильно сказал, блядь? Нон-спид. Нет спиду или как? Нон-спид, надо. Так. Ну это на кота заебись, ладно. Ну первое время как бы говно шмотка такая. Ну неплохая на кота. Так, лад, я думаю, не надо никому.
Пошли, два моба, кошатница. Ну просто эти самые штаны реально тебе не нужны. Ты просто, ну, прям я не знаю. Ну типа, если у тебя 180 какие-то. И то смысла нет, потому что ты ОД копишь и покупаешь Т7. И они как бы в помойку идут. Одновременно стараемся его убить. У которого больше хп, побольше бейте его. Ебать, какую хуйню я делаю. Это Мелизону хорошенько сейчас давай прохота из себя этого мораль зута рогу и буйник кидай по ходу. Там свет небес тоже должен прокать, в принципе. Сейчас, потому что если один вырастет, можешь побольше дамага нанести. Танк типа, вот видишь, вот этот захиливает, поустарайся. Еще эта параша вылезла. Все, последний пидор. О, тучка. Че, пацаны, как дела? Ресаем. Ресаем, пацанов. Дойдет она, нет, где там баба эта? Еще вроде не видно. Ресаем быстрее, стараемся ребафнуться. Ресайте зуту. Она еще далеко, еще и целый круг идти. Быстрее зуту резаем. Рога, сюда спускайся к нам уже. Портал, обвалившийся галерея. Порталуса, нет? Спускайся, где ты там? Блядь, не видно Роги. Давай быстрее беги к нам. Это далеко, там не убегайте. Назад, наоборот, бегите, пока нас дойдет. Сейчас я баф все людям дам. Бегите назад сюда, вниз. Это... Отпивайтесь там, я дал пристабав. Сейчас мы эту петушню убьем. Короче, смотри, основной момент. Мобы не станется, но таунтится. Когда моб повешает на человека дотку, она будет бить. То есть быстро человек будет терять хп. Эти хищники, блять. Нужно убить первого. Давайте, пока эта курва идет. Мы сейчас уже заранее... А, на вон она, уже близко, блядь. Готовимся, спрятались вот тут, где ШП стоит. Выбираем кота, ставлю метку. Звезду убираем мышечкой, прям быстрее тыкаем на него. У вас должны эти фреймы стоять. Все, ДК агрит. И хуярим его. И захиливай сразу, по кому дамаг будет проходить. И фул ДПС звезду. Звезду убьем, дальше уже не шотнет такого. Вот мага захилим, глыбу прожми, глыбу. Вот, заебись. Все, звезду убиваем и проще станет. Просто дотка захиливается. Все, второго пидора убиваем. Главное не проебать вот этот момент, потому что он кровотечение вот это вешает. И все, и остается босс. Хуярим эту пидораску. Ну а уе там... Блять, кто у нас ауе? Так. Каст. Каст. Ну видишь, все в фире. Сбили. Повезло. Шамана нету. Шамана нет, нихуя нет, видишь. Сейчас я на себя повешу. Ну это на один Вара раз. Вара тоже нету. Это на один раз только. Я не знаю, а, ну у меня от КД сейчас. Да успеем сбить. Попробуем, ну я хуй знает, она просто если в фире будет кастовать. Тайминги там немножко. Ну сейчас же я сбил. Кошка вылазит, вылив, все кошку бьем. Это, лока захилим, никого не проебем. Кошку быстренько зервим. Там видишь что, она фир сейчас будет кастовать и может типа тайминг двигаться, что она типа быстрее будет начинать часового удара. Выходим в черную лужу. Встаем перед лицом босса. Вот страх и сразу удар. Ебать, а как сбить? Я не могу ничем сбить. Да я собью, что вы паритесь, блять, она сбивается, похуй. Все. Она когда его кастанула, он все равно сбивается потом. Это понятно, просто если тик пройдет, там сдохнут все. Ну все же нормально. На коляске нахуй проходим, ебать. Просто на коляске нахуй. Люди пидоров завыешьте тоже. Ниже опуститесь. Поближе к ногам. Дикого пидора бьем. Сейчас смотри, фир будет, ебать. Что делать? Ой, а я далеко, ребят. Да мы все далеко, блядь.
Ой, на меня кошка кинулась. Ой, всё, ой, ой, выходит. Я не успел. Ой, ой, ой. Видишь, как убегался пацан. Ну, прикольно, я еще, короче, я на каждом боссе лежу, нахуй. Угу. Получается, что слабо? Да пиздец, днищело. Короче, сейчас кот еще ебаный выйдет. Фир, вот сейчас фир на мете лежит. И кот вышел, смотри, хуярит. Стараемся вот сбить тут, пас. Как-нибудь и выжить. Кота хуярим и все, потом босса добьем. Вот он меня так и захуярил в страхе почти. Не оправдываюсь. Хорошо. Служи, отходим. И побиваем. Короче, МК на свою будет навешать. Был нормальным пацаном. А стал, блять, мордой в пол, блядь. А был нормальным пацаном на районе, нахуй. Ну потом пиздец за него уважали. Че выпало, бля? Грудь с меткостью, с критом, с одной дыркой. Говнище полное, блядь. У меня такая... Я бы прикольно. Да, ага, медведь охуенный. Да, конечно. И нагрудник, ты шо, блядь, меткость крит. С анином полная. Меткость крит, блядь, для фарма. Армага, это вообще топчик, но. Ну вы уверены, что типа она просто с одной дыркой? Ну смотрите, я отдам. И башка на эрдру. Кто у нас там этот? Эллада. Ну Эллада нахуй. Я вот не знаю, твинк нахуй или нечаянно, блядь. Есть у тебя такая, да? Давай нечаянно. У тебя нету такой хуйни? Вот это заебись будет. Башка на первое время. На хулипал, да, у него без. Какой хулипал? Это с духом, ну смысл ему отдавать. Пускай лучше у него то говно будет, которое есть. Хулипалу надо интеллект, хазду, крит, ну не дух никак. Заебался уже пристабал вам давать. У вас один нарь ложится все время, но. Вообще пиздец. Кикните его. Потом грудак ролим? Ну ролите, кидайте ролл на грудак, кто это с ролит, блять. Ну я по делу. На обмен. Паролил, блять, в одного нахуй. А у меня есть такой. Это параша, а не грудак, блять, одна дырка. Да, не говори, вот это не надо, а. Пошли пиздец. Ну пиранида, да, хуйня полная. Не, ну крит метки сможете сыграют роль. Амага, полор, мага, да. Я бы не отделал никогда такую хуйню. Ну что, ну понятно, но. Там морозная свежесть. Под... Этого забанишь, кузер загробника ебаного, чтобы он нам, блядь, палки в колеса не вставил. Ай, пока, нет, чё, нет, нет, нет. Не только не активируйте эту пару. Зута назад, ёбаный рот, нахуй. Красава, блядь, танчи их теперь. Я беги к танку, нахуй. Бегите к танку. Потому что, блядь, хуй вам кто поможет, блядь. В мини бегите. У кого-то дети там плачут. На, у кого-то пиздец. Срез это ты? Сразу срез, блядь. Не, это не срез, это я. У тебя день. Во. Мороженое мне купил, блядь, блядь, нахуй. Пиздюлей могу встать, дать там. А сколько лет там? 4. 4. Еще детский сад. Детский сам, блять, как вспомню. Так, это что там МК, МК. А он сове хуярит. Так что ты в просак попал. Ах ты какой, блядь, сове, нахуй, да сове, да... Давайте идем в это,
к стеночке, к левой, прижимаясь, нягрим этого большого пидора, пока этого нету, быстрее за звездой хуярим, прям по вот этой луже, быстрее, быстрее сюда. Оп, давай по делу, зачем ты бегаешь? Сейчас те пидоры пройдут, осторожно, нягрите только. То мы одновременно и румунгаров, и этих. Все, проходим сюда, в звездочку быстрее проходим. Нихуя, ничего. Ну типа нахуй этот большой нужен, любичный моб. И вот этих хуярим юрмунгаров. Это единственная лужа, которую не, можно... Не, давай уйдем сразу, чтобы другой трэш не агрить. Ну давай, 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 идем к боссу тогда. Быстрее, там никто не отстал, блядь, по карте сейчас гляну. Там же идут эти элементали сраные еще, да. Да, все, увидишь им этих пидоров. Нихуя, мы профи, пацаны. Ебануться вообще, нахуй. Сейчас йога убьем, нахуй. Профи, блядь. Это сказал. Сейчас пацаны йога убьем, да? О, эти идут пидоры. Что делать? Что делать? Осторожно. А что, не убьем? А похуй убьем. В смысле, нахуй? Кто заагрил, блядь? Уберите пета, нахуй. Сколько раз говорили, блядь. Мы же профи, блядь, пацаны, нахуй. Шо, нахуй? Лок точно профи. Шо, нахуй? Лок, делаешь, видишь, блядь? Забанил, еще забанил, еще он вышел, этот пилер. Перебанил его. Сейчас мы мелких распоярим. Ага. Вообще заебца. Блять, вечно все пепу портят, я ебу не знаю. Вечно, блять, все этот нон-спид портит, блять. Вот оно что, блядь. А я-то думал, блядь, понял. Все, вот этого рыхлого хуярим. Просто, блядь, в череп, да. Чё это светится? Все видят эту хуйню? Что это было? Все, сидим, жрем. Так, надеюсь, никто не сдыхал. Сука, башка болит. О, блядь. Сдыхали люди без рыбы, тут вон трое, нахуй, четверо, блядь. Сука, надо быстрее все это убить. Кто до скольки играть будет? Я что-то, блядь, долго не хочу, пиздец. Так, чё у меня? 7. Оху, я могу хоть сколько, мне главное за водой сбегать.